Особенный день. Открывай. Открывай, читай. Большого счастья не буду открывать. Какие хитрые. Это счастье у них, да? Мам, ты что не открываешь-то? Ага. Ну, потихонечку посмотри. Смотри мне, чтоб все секреты мои. Нет, ладно. Потихонечку. Ох, ремня на вас нет. Да вы чё? Всё красиво. Мира? Мила, мамочки, день юбилей 73. С любовью и благодарностью твои дети. Ой, да спаси вас Христос. Так от Владимира-то Владимировича нету. Ну, сейчас он занят, и сейчас так это напряжённо у него. Сейчас хоть и выступал. Это мама от всех, от детей. Владимир Владимирович. И от Владимира Владимировича. Я так глухая. А девушка потом Севе говорит, а Сева мне передает. Он говорит, а вы что, везете живого? Сева такой, да нет, не живого. Она увидела гуся. Это мам тебе от внуков, от всех. Ну вот надо же, ну кто это придумал? Они. Ох, они. А кто зачинщик? Да какая разница? Говори, сидишь! Сидишь, говори! Вот они тут все тоже виновники. А? Это мама Садовая. Ну да, я понимаю. Ну спаси Христос, вот это внуки. Это внуки. Вот это внуки, я понимаю. Так. Ой, куда? Привет. Сейчас. Бабушка решает сама куда. Это лучше, чем живые, да? Не кормить, не поить. Белый украсил светлее.